Название экспозиции достаточно символичное, потому что авторы работ родом из разных областей Украины. В «Доме с ангелом» представлено 77 экспонатов, написанных художниками возрастом от 6 до 16 лет. Дети, взяв в руки краски или карандаши, передают свое мироощущение, которое, возможно, еще не столь четко могут сформулировать словесно. Я сначала подумала, захотела нарисовать его. Сначала спросила у Ирины Геннадьевны, как мне его там нарисовать. А потом начала сама все делать. И нарисовала вот такого вот павлина. Мы стали смотреть серым взглядом, черно-белым взглядом. Все несется, а они видят красоту. И они сами очень красивые люди. Юные участники выставки уже сегодня ставят перед собой амбициозные цели, планируя свое будущее с творчеством. Я очень-очень хочу стать известным художником. Я рисую гуашью. Хочу быть художником. Взрослые посетители выставки, оценивая некоторые работы, вполне допускают, что сегодня в «Доме с ангелом» экспонируются первые шаги будущих мастеров. Дети же реагируют не на технику, а на настроение в зале. Для 7-летнего ребенка вот очень необычная работа. Вот там елка, золото, ну то есть вне возраста очень хорошая техника, ну на мой взгляд. Она объемна, красива, она больше меня всего удивила. И ведь венок тут. Мне все нравятся эти картины. «Дом с ангелом» – по сути детский центр не только физической реабилитации, но и эмоционально-психологического восстановления и маленьких пациентов, и их родителей. И подобные экспозиции, считают в этих стенах, помимо эстетической стороны, призваны мотивировать других детей смело пробовать аналогичную самореализацию. Кто-то говорит, я сейчас приду домой и буду рисовать. Я тоже смогу, они вступают в творческое соревнование. Такой импульс дается им. В красоте, в фантазии, в сумасшедшем, замечательном, ярком мире, который вызывает улыбку, который вызывает положительные эмоции. Мы им говорим, вот, ребята, это все просто, это мы так можем жить. Выставка в «Доме с ангелом» проходит в рамках благотворительного проекта «Украинские сезоны мира». Название именно такое, потому что действительно сегодня слово «мир» для нас самое главное, потому что чем бы мы ни занимались, у нас все время в голове как бы присутствует то состояние, которое вот сегодня есть у нас в Украине. Выставка, приуроченная ко Дню Соборности, и продлится в «Доме с ангелом» до 3 февраля.